не будешь. В таком экране оставить, да? Не да, надо есть, полностью. Можете так. Окей. Так. Все равно вернулась. Ну что, уважаемые коллеги, ну ничего, я могу представить. Добрый день, уважаемые коллеги, мы рады приветствовать вас на еженедельных лекциях Высшей школы урбанистики в библиотеке Достоевского. И мы продолжаем цикл лекций совместно с Институтом генерального плана Москвы «На пути к идеальному городу». Это авторский цикл лекций Александра Николаевича Калантая, кандидата архитектуры, заместителя генерального плана, директора генерального плана города Москвы, Черный Сакар, городского планировщика с большим опытом. И Александр Николаевич уже в прошлом году у нас читал три лекции, посвященные градостроительству Вены, Вены, Праги и Мюнхена, и сегодня черед Хельсинки, поэтому напомню регламент, лекция сама длительностью где-то около часа, потом полчаса на вопросы, и, соответственно, на том я больше не задерживаю, давайте приветствуем лектора. Спасибо. Спасибо. Ну, коллеги, я уточню, собственно, лекция «Скандинавский опыт» была сделана на 2 часа, я ее ужал для сегодняшнего дня. Тем не менее, придется в хорошем темпе ее смотреть, потому что материала много. Итак, цикл, вот сегодня цикл мы продолжаем скандинавским опытом, но он идет в паре с североамериканским опытом, который мы посмотрим через неделю в следующую среду на примере Дубая. Вот эта пара очень важна. Поэтому будем помнить о том, что мы видели сегодня, и затем сопоставим с тем, как это все применяется на примере тоже довольно уникального явления, которым является Дубай, как там североамериканский опыт и градостроительная практика формируют идеальный город. Итак, первое, чтобы мы вспомнили, собственно, почему мы занялись идеальным городом, что для нас идеальный город, потому что мы сформируем определенную гипотезу, что они существуют, и они где-то формируются. И наша задача понять, по каким правилам они формируются, чтобы, естественно, рассмотрев разный опыт разных городов, применять в своей практике. Очень прагматичная, простая цель, а не просто, скажем так, изучать и путешествовать как туристы. Итак, идеальный город, какие параметры мы приняли и какую выборку делаем для того, чтобы мы могли какую-то систему построить. Прежде всего, выбраны были города, которые имеют численность около 1 миллиона или чуть больше 1 миллиона жителей. Вопрос, почему эта цифра? Логика довольно простая, очевидная. В миллионниках, и особенно в столичных миллионниках, формируется уникальная структура и функциональный состав города. Какой? Прежде всего, формируется многофункциональная характеристика застройки, так называемая интегрированная. Как правило, эти города уже прошли стадию той самой первой индустриализации, они уже находятся во второй или даже в третьей стадии индустриализации. То есть той, к которой мы должны будем прийти. А поэтому, рассматривая эти города, мы будем смотреть в наше будущее.
Следующий момент. Специфика всех этих городов, что они очень активно реализуют человеческий потенциал. То есть они все функционируют в рамках 20-30 минут транспортной доступности внутри городской черты. То есть это компактное образование. Ну и самое главное, кроме того, что вот эти физические характеристики мы применяем, выборка, естественно, делалась с учетом определенных прогрессивных практик. Почему? Скандинавский опыт интересен для нас как воплощение, в принципе, европейского опыта. Поэтому вот этот параллель европейский опыт сегодня и североамериканский через неделю – это пара, которая постоянно конфликтует с друг другом, дополняет друг друга и вносит очень серьезную путаницу в российское законодательство и российскую градостроительную практику. Так вот, скандинавский опыт – это, с моей точки зрения, очень четкое воплощение именно европейской традиции. В каком плане? Скандинавия – это страна или страны, которые реализуют очень активно социально ориентированную в целом и экономическую, и градостроительную политику. Иногда их называют социалистическими странами. Когда мы жили в Советском Союзе, то вдруг выяснили для себя, что мы тот социализм, который хотели, мы не построили, а вот эти самые скандинавы, им-то вот удалось. Но при этом они еще и формируют определенный рынок, то есть существуют в неком балансе с капиталистической экономикой. И вот это очень интересно. Значит, мы не смогли нормально сделать, как говорится, капитализм с социальным, человеческим лицом. Им это удалось, поэтому очень интересно, как вот эти свойства социально-экономические также влияют на градостроительную политику, на подходы к городскому развитию. Наш компьютер стал жить по своим законам, он регулирует на голос. Это очень интересно. Но, тем не менее, мы все-таки заставим подчиняться. Итак, вот тема сегодняшней лекции. 6 разделов. Каждый из них – это довольно серьезный блок. Мы берем Хельсинки именно на фоне скандинавских столиц. То есть это целый пакет, это целая тенденция типическая. Но один элемент, он, собственно, вбирает все свойства остальных. Опять работаю по своим законам. Второе, естественно, правовые особенности. Потому что без законодательства не существует ни одна цивилизованная страна. Затем мы рассмотрим специфику генплана, новой мобильности, то есть это транспортная политика, очень важная социальная жилищная политика, которая чрезвычайно полезна, чрезвычайно эффективна именно в Скандинавии. И рассмотрим тот самый проект планировки, который решает определенным образом проблему правила землепользования застройки, с которым мы столкнулись в нашей практике, взяв опыт североамериканский, и серьезно на нем споткнулись. Вот мы посмотрим, как же обходятся скандинавы без ПЗЗ с помощью проекта планировки. Итак, первый раздел «Хельсинки на фоне скандинавских столиц». Что это за город, что это за страна? В общем-то, Финляндия, как исторический феномен, очень долго существовала под влиянием Швеции, являлась фактически ее провинцией. При этом на сегодняшний день все скандинавские страны, кроме самой этой Финляндии, имеется в виду Швеция, Дания, Норвегия, это, собственно, конституционные монархии исторические. И единственная Финляндия является президентской республикой парламентской. Тоже интересно. Как вот отстающая, грубо говоря, страна, она все время была в арьергарде развития скандинавских стран. И тем не менее, она вынуждена догонять своих соседей, она находится и находилась все время под влиянием очень мощного соседа, естественно, Швеции. Вот видите, собственно, сама столица еще в 550-550 году именно шведским королем была учреждена, основана. Но, что интересно, уже более 100 лет после этого Финляндия, в том числе Хельсинки, являлись российской провинцией.
И, собственно, Александр I учредил столицу Гельсингтрупп, переименовал затем это в Хельсинки. И, как вы видите, в 17 году с Октябрьской революцией, собственно, Финляндия получила независимость. Она до сих пор этим гордится. И вот в этом году они очень бурно отмечают столетие своей независимости. Одновременно с нашим праздником, столетием революции. Ну, упрямо живет по своим законам компьютер. И еще очень важный факт. Все эти небольшие скандинавские государства постоянно входят в рейтинг очень активных, значимых игроков на мировом рынке. А столицы, соответственно, Финляндия, Стокгольм, Хельсинки, Стокгольм, Копенгаген, входят, как правило, в пятерку, а то и лидируют как города с самым лучшим качеством жизни и, собственно, уровнем жизни. То есть это комплексная проблема, которая очень интересна, опять же, которая должна быть рассмотрена через призму того вопроса, которым мы сегодня с вами будем заниматься. Итак, вот у нас на палитре три страны. Мы можем посмотреть уровень развития этих территорий, населения. Собственно, Финляндия и Дания очень близки по численности, Швеция несколько, почти в два раза больше. Но уровень дохода населения очень близок. От 4000 евро в Дании до 3200 евро в Финляндии и 3900 посередине Швеции. Считается, что как бы лидирует Дания, но вот на сегодняшний день, насколько мне известно, все-таки Швеция играет главную скрипку. Перед вами основные генпланы этих городов. Мы тоже коснемся специфики этих генпланов, которые, собственно, задает география места. И что главная особенность, все эти города подчиняются тому закону идеального города, о котором мы говорим. То есть сами города чуть меньше, чем миллион, но вместе с агломерацией, которая, собственно, вырастает из этих городов, они как раз выходят на миллион и более. То есть абсолютно идеальные пилотные проекты для нашего исследования. Отыграет, интересно. В чем дело? Конечно, страны небольшие, и Финляндия, как мы понимаем, очень интересно за последние годы вырвалась вперед, и на 43 тысячи долларов ВВП на человека Россия пока отвечает пятикратно меньшим размером дохода. То есть, ну, грубо говоря, неплохо изучить, как эта небольшая страна при ограниченных ресурсах смогла достичь таких успехов, параллельно с изучением его градостроительного феномена. Из этой тройки самым известным является первый генеральный план Копенгагена, известный Фингерс план. Так, это будет все время продолжаться, вот эта игра по линии. Да? Что-то у нас. Она на голос реагирует, да? У меня тоже было такое подозрение, или не нравится, или. Так, времени много. Итак, как вы понимаете, все столицы располагаются на побережье. И тем самым, кроме морской границы, вся территория города изрезана заливами, изрезана реками и не формирует целостной структуры, как это мы наблюдали в предыдущих столицах. Отсюда вопрос, насколько вот эти бесконечные препятствия будут мешать той логике развития компактного города, о котором мы говорили до этого. И формально в графике этих объектов вы видите определенные общие черты, которые характеризуются тем, что регион
активно внедрился в сам массив города и, дополняя его, формирует определенную логическую целостность. И специфика и логика каждого плана очень чисто показана на схеме вот этой модели Копенгагена. Кроме того, что мы видим там пальцы, в этих пальцах находятся основные артерии, естественно, это транспортная, которые в своем сегменте имеют кусок радиально-кольцевой структуры, той самой московской, с которой мы мучимся. Если мы внимательно посмотрим, то у каждого из этих городов есть радиально-кольцевая структура. Только она будет часть этого круга, который мы получили в Москве, и с ним мучимся, а мучаются ли с этим скандинавы? Ой, это кошмар какой-то. Живет своей жизнью. Можно это воспитнуть как-то? Он на голос реагирует или нет? Все будет... голосу не нужно реагировать. Он будет хорошо вести себя, да? Хорошо, значит, курсор не работает, к сожалению. То есть не пользоваться им, да? Давайте лучше вот клавиатуру. Ну, к сожалению, курсор надо будет. Нет. Отлично. Все, пошло. Он не любит. Он свободу любит. Пробовали. Ну, мы уже пробовали. Итак, суть вот этой тройки структурную, в принципе, мы поняли. И на этом нам говорят, вы свободны. Итак, физическая реальность понятна. Природа, география заставила их следовать определенным похожим путем. Но этого мало. Есть определенный скандинавский путь социализации именно транспортной политики. Какие еще идеи? Так, пробуем ее. Распечатайте, показывать на бумаге. Какие еще варианты? Итак, второй путь. Ладно, времени страшно. Так, но он начинает масштабировать. Это первый такой подарок или уже до этого были? Первый раз у вас такое. Вы говорите. Что же, сегодня среда 13-я, да? А, понятно, все. Итак, что такое социализация транспортной политики? Это то, что называется копенгагенизация. И этот термин сейчас используют многие города, которые формируют новую транспортную политику, они так и называют. Мы делаем копенгагенизацию. Кто-то знает с вас что-то такое? Наверняка. Вот на фотографии слева мэр этого города на основном транспортном средстве города Копенгаген. То есть переход на немоторные виды транспорта. Стокгольм не отстает от этого. Он в своем генплане, а то, что слева было, это заглавный лист генплана Копенгагена, собственно. Второй заглавный лист генплана Стокгольма, и на нем следующий девиз – пешеходный город, walkable city. Хельсинки от этой тройки тоже не может отставать. Чем выделиться? Но он не может повторять копенгагенизацию или walkable city. Уже они соседи сказали, они дружат, но они конкурируют. И поэтому Хельсинки круче заявляет. Мы делаем бульваризацию наших скоростных магистралей и формируем новый тип уличной сети, ориентируясь на пешеходов. Конкурируя между собой, эти скандинавские столицы между тем очень хорошо дружат. Это показывают нижние фотографии, где слева вы видите мост известный между Копенгагеном и Мальме.
длинный мост, очень высокий, вы видите фотографию этого моста, он очень быстро был построен, открыт в нулевых годах, мне по нему пришлось проехать, и это вот, собственно, некий прообраз нашего Крымского моста. Ну, он через него только проходит покрупнее суда морские. Но связь между этой тройкой, безусловно, является ключевой и в сотрудничестве, и в конкуренции. Следующая, третья специфика всей этой тройки – это опять социально ориентированная жилищная политика. И вот здесь перед вами три ключевых, наиболее характерных района в этих городах. Первый – Копенгаген. Эристат известен тем, что это своеобразная силиконовая долина Копенгагена, где именно декларируется смешанный характер жилой, деловой, исследовательской, учебной и так далее застройки, которая вся ориентирована на линии метро, на пешеходный транспорт, на зеленые клинья, то есть такой четкий принцип нового урбанизма. Чуть ниже это район Стокгольма, который предполагалось построить к Олимпийским играм 2004 года. Но тогда, к сожалению, Стокгольм проиграл первенство Афинам. Афины провели Олимпийские игры, а район остался как наследие. В чем он знаменит? Он знаменит не только тем, что на этом месте были очень грязные промышленные производства. Не только тем, что вот эта река Голубая была просто помойной ямой. Он знаменит тем, что все это было санировано, тем, что здесь была внедрена совершенно уникальная система удаления твердых бытовых отходов с помощью компрессионной системы подземной. И с помощью этих отходов город, и в том числе этот район, получал электроэнергию, получал тепло и формировал, собственно, чистую экологическую среду с нулевым выбросом СО. При этом, естественно, вот этот водоем получил чистую воду, в котором уже водится рыба. Ну и, наконец, Яткасари район третий, это уже Хельсинки. Знаменит тоже, что это был Бранфилд, бывшая промтерритория и морской порт грузовой. Все это санируется, и на его месте формируется смешанная жилая общественная застройка с озеленением. Причем озеленение очень сложно здесь было делать, поскольку вся эта территория была фактически сплошным бетонным основанием на очень жестком грунте. Поэтому все, что здесь озеленяется, делается как бы искусственно. Это очень сложно было решать и с подземной урбанистикой, и с ландшафтом. Но вместе с тем, вот был решен такой пример, он сейчас находится в реализации, мы дальше посмотрим, как и какие новации здесь были применены. Каждый город декларирует определенную свою концепцию. Так, а величина экрана у нас все-таки... Интересно, вы увидите пол лекции тогда. Знаете, в чем дело? Ну, давайте так лучше, да. Сегодня недостаточно сделать хороший генеральный план. Сегодня надо уметь позиционировать город. Проводить геобрендинг, так называемый. И вот постоянно каждый скандинавский город и каждый мировой проводит такой геобрендинг. И в частности, сейчас Хельсинки проводит конкурс внутри страны и международный под названием «Город будущего. Хельсинки. 2018 год». Кстати, вы можете в нем поучаствовать. В чем смысл? То есть Хельсинки, во-первых, хочет не отставать от соседей. Во-вторых, говорит, что он должен быть самым функциональным городом в мире. Вот такая скромная заявка в этом конкурсе. Дайте предложение, чтобы мы были лучшими в мире. Огромное количество номинаций, разных совершенно. И вот здесь я привел пример только одной номинации. Конкурс будущего, а категория номинаций называется «Для любимых девелоперов Хельсинки». Что это такое? Организаторами, собственно, финансистами вот этой номинации является информационная цифровая компания, видите, IBM и так далее.
И идея вот именно этой номинации – создать предложение получше ИСГД для города. Всего лишь одна такая идея. То есть дать предложение по будущим сервисам и по новым инструментам управления городом. Естественно, у них есть вся документация. Конечно, у них блестящий ИСГД, но им почему-то недостаточно. Они, тем не менее, объявляют конкурс и хотят быть первыми. И так по каждой номинации, по транспорту, по жилищной политике, по экологии, по инфраструктуре. Вот проходят сейчас конкурсы, причем участвуют в нем и солидные компании, юридические лица, и физические лица. У них только разные премии. Там измеряются десятками тысяч евро, а здесь так в рамках тысячи евро вы можете одну просто какую-то интересную идею подать и попасть в число там 50 премиальных. Тем самым раскручивается интерес самого населения к своему городу и польза. Переходим к самому городу. Он уникальный своим расположением, своей географией, вы это уже видели. У него массу недостатков. Он изрезан морским берегом. Он не формирует компактную структуру. Центр города, синий район, находится с краю города. Ну, что тут говорить о некой идеальной форме. И все вместе взятым, если посмотреть, он фактически составляет один сектор или одну четвертую часть идеального города. То есть, если сопоставить с Москвой, то это один сектор города Москвы. Потому что радиусы, которые вы видите здесь, 5-километровый радиус от вот этой границы центра, это фактически наша центральная часть Москвы, 10 километров это наше третье кольцо, срединный пояс, и 15 километров это до нашего МКАДа. Вот мы получаем один сектор Москвы, где центр находится с краю, все остальное веером расходится. Как сформировать устойчивое развитие вот такого странного города? Это задача градостроительная. А экономическая интересная, поскольку продолжительность жизни в этом городе очень высокая, 80 лет. Собственные доходы города составляют 90%, в отличие от нашей практики, где это может и 9, и 10% составлять. И очень интересная еще цифра, 80% всех земель города находится в публичной собственности. И это в капиталистическом городе. Но при этом, естественно, есть безработица, но при высокой безработице город нуждается в кадрах. Он постоянно ищет специалистов. Каждый, кто более-менее знает английский и очень хорошо, если финский, вы можете обратиться в город, получить работу, зарабатывать там. Ну, изучив хорошо финский, через 5 лет получается вид на жительство и гражданство. И надо сказать, очень много молодежи из Санкт-Петербурга работает в Петербурге, работает в Хельсинки, ну и где-то там уже даже и постоянно. Я фиксирую, что количество населения – это еще не показатель. Качество населения является основной проблемой, основной задачей конкурентоспособного города. Поэтому Хельсинки борется не за количество населения и за рост жилого фонда, а за качество населения, которое должно получить качественное жилье. Итак, вот этот убогий план города, как же он, собственно, оптимизируется? Он оптимизируется одинаково, как во всех столицах. Маленькие картинки сверху, основная здесь. Он оптимизируется за счет своего региона. Вот вы видите, надпись Хельсинки – это, собственно, город. А выше его Ванта – это второй город, второй район. Эспо – это третий. И вот там континент еще четвертый. Вот эти четыре города формируют агломерацию собственной Хельсинки. Ну, а дальше район светло-зеленый формирует весь регион. И вот все эти территории, все эти города, все эти районы, взаимодействие друг с другом, формирует столичный регион 1,4 миллиона. Вы видите цифры сверху. Агломерация 1,2 абсолютно в соответствии с нашими заданиями, с нашей концепцией устойчивого развития и идеального города. Надо сказать, что вот эта численность, 1 миллион и около, к моему удивлению, была подтверждена буквально вчера, когда мы смотрели первые концепции стратегии пространственного развития Российской Федерации, и специалисты докладывали очень интересную вещь, что
именно миллионники российские, российские города-миллионники являются с экономической точки зрения более устойчивые и более эффективные, чем даже Москва и Санкт-Петербург. И для меня это было приятно, потому что я давно был убежден, что наиболее конкурентным городом является именно миллионник. Там баланс, функция, баланс всей структуры оптимизирован. Это не значит, что вклад Москвы и Петербурга меньше, чем наши города-миллионники, Иркутск и так далее. Эффективность города выше. Эффективность, удельная эффективность города на экономику Российской Федерации миллионника выше, чем, повторяю, наших крупных столиц. Поэтому изучение вот этих скандинавских столиц, собственно, идет в подтверждение этой первоначальной гипотезы и вывода уже наших экспертов. Но главное отличие скандинавской практики не только в численности, а в том, что написано чуть ниже, что регион формируется за счет очень интересного взаимодействия, активного взаимодействия регионов между собой. Они формируют консультационный совет, формируют объединенную ассамблею и за счет согласованных действий, собственно, формируют агломерацию. Не надо создавать специального какого-то четвертого или третьего органа над ним единственно. Они договариваются о правилах игры, о правилах развития и, собственно, формируют общий план действий. И, естественно, в этих условиях становятся важным некие исследовательские проблемы. Поэтому программа исследований вот этой метрополитенской территории Хельсинки, которая началась в этом году и будет продолжаться до 2019 года, в которой участвуют и проектные институты, и университеты, и все вместе вот эти районы агломерации формируют стратегию до 2050 года, для того, чтобы затем ее применить конкретно уже к отдельным частям. Вот это умение сотрудничать, как на уровне регионов, так и городов, вот нижний абзац говорит о том, что не только регионы сотрудничают, но и города. Шесть крупнейших финских городов без всякого центрального правительства договорились о сотрудничестве, о взаимодействии. Они же конкурируют между собой, безусловно, за кадры, за ресурсы. И тем не менее, они считают, что договорившись вместе, они будут сильнее. Вот это их свойство очень важное, которое пока мы никак себе не можем развить, что сотрудничество усиливает каждую единицу, а не отнимает хлеб. Ведь я буду листать как книжку. Итак, мы переходим к следующему разделу «Правовые особенности». В чем они состоят? Почему система так работает? Почему этой системе доверяют? Ну, почему? С Конституции начинается все. У нас вчера был День Конституции Российской. Может, не все знают об этом. И, естественно, много критики. При всем при том, что она очень хорошая, если внимательно почитать, но не очень как-то эффективно работает. Финны очень, у них очень простая, очень краткая Конституция, но абсолютно излагает главные вещи. Обеспечить правовое равенство граждан. В чем это состоит? Очень просто, это цитата из Конституции. Никто не должен без уважительной причины ставиться в неравное положение. Все. Ты не имеешь права кого-то унизить и сказать, что я вне закона. При этом дети у них рассматриваются как равноправные личности. То есть мы их не тащим там, пока он там 16-18. Родился, все, получаешь банковский код, фактически это паспорт. У тебя уже получается твой счет, и ты живешь как полноценная личность. Потому что попадая в любую, в детский сад, в школу, это, там же, это все субсидируется государством. Государство платит и образование бесплатное, и медицины, и другие сервисы. Поэтому эта калькуляция очень важна. Она не родители идут, а идет на ребенка. Значит, он должен быть равноправной личностью. Ну, то же самое касается мужчин и женщин, это естественно. Ну и свобода объединения и собраний, вот их свойство, умение договариваться, оно выражается и в Конституции, что для того, чтобы объединиться кого-то с кем-то, я не должен спрашивать разрешения ни у начальника, я работаю в партнерских отношениях. Очень важный элемент, позволяющий договариваться, это закон о местном самоуправлении, который, собственно, определяет порядок функционирования и финансирования органов местных и их деятельности.
и бюджетное налоговое законодательство, которое синхронизировано с этим порядком и, собственно, обеспечит финансовую самостоятельность муниципалитетов. Конечно, у нас федерализм, поэтому у нас есть еще региональные органы, которые значительную часть финансов берут на себя. Это не федеральное устройство, и поэтому, естественно, муниципалитеты там играют главную роль. Вопрос, кто важнее, муниципалитет или регион? Этот вопрос философский. В данном случае регионы в Финляндии слабее, а муниципалитеты сильнее. Ну и градостроительный кодекс в ряду законов. Последний абзац, самое, он, в общем-то, стандартный, декларирует все те же требования. Но мне очень понравилось, что всеми своими действиями устойчивого развития мы должны обязательно создавать не просто городскую среду, не просто жилую среду, а создавать культурные ценности. Вот это очень важное качество, поэтому там нужны архитекторы. Не просто техническое инженерное сооружение, не просто укрытие от дождя, а создавать вы должны культурную ценность. Ее создают личности. Поэтому система разбивки на единицы любого проекта планировки или городского схемы предполагает квалификацию для участия отдельных индивидуальных архитекторов, которые должны создавать уникальную среду по отношению к окружению. Тем самым реализуя вот этот принцип. Состав законодательства очень типичный для Скандинавии и мира. Основной базовый закон. Он называется не градостроительный кодекс, а Land Use Building Act. Land Use, в общем-то, закон о функциональном зонировании. Это главная составляющая любого градостроительного документа. Иногда это ошибочно переводят, особенно когда формировалось законодательство и в России. Земельщики схватились. Land Use – это же наша работа, это же как раз земельное дело, и мы должны управлять земельным. Поэтому Land Use – это, собственно, то самое межевание, которое решает вопросы эффективности использования земли, в том числе и почвы. Но в данном случае мировая практика и европейская Land Use понимает как функциональное зонирование, прежде всего, градостроительная организация территории. Ну и дальше существуют всевозможные законодательные документы, строительные нормы, правила застройки для городов, которые являются своеобразным сводом строительных нормативов, ну и всевозможные рекомендации, регламенты по реконструкции отдельных частей и всего города. Мы дальше рассмотрим, как это работает. Вот если у нас сможет компьютер высветить без разреза структуру их. О, видите, название убрали, но по крайней мере хотя бы вы увидите три структурных схемы градостроительного закона Дании, Швеции и Финляндии. И если внимательно почитаете, то поймите главное, что все они имеют одну и ту же природу. Какую? У всех их национальный уровень, на котором разрабатывается или национальный план, или некие рекомендации, например, как в Финляндии. Там они не разрабатывают никакой национальный план. А вот дальше есть региональный план в Финляндии, региональный план в Швеции и региональный план в Дании. И это этот уровень власти. Но самым основным является, безусловно, местный, муниципальный уровень. И там все основные документы. Генеральный план, детальный план. Comprehensive план – это тот самый генеральный план в Швеции и детальный план, тот же самый проект планировки. И муниципальный план, муниципальная стратегия и локальный план, то есть наш проект планировки. То есть на уровне городов два документа делается основной. Генеральный план с планом зонирования, который имеет определенную силу регламентные, и проект планировки, только они называют его или локальный, или детальный план. Все, два документа. Добавив к этому оригинальный, вот получается три основные градостроительные документа, которые выполняются практически в любой европейской стране. Почему я говорю, что Скандинавия типичный пример европейского градостроительного подхода? В чем особенности Скандинавского градостроительного кодекса?
смотрите, наш федеральный градостроительный кодекс, принятый в 2004 году, на сегодняшний день имел 99 поправок. То есть 99 раз он менялся. Градостроительный кодекс Финляндии менялся, носились только 2 раза поправки от момента создания. Приблизительно в одно и то же время, чуть раньше немножко, Хельсинки, финский закон ввелся. Но о чем это говорит? Структура и концептуальное содержание закона сразу было заложено, четкое, внятное, понятное. Не надо без конца вносить туда изменения. Если так часто мы вносим изменения, и у нас закон разросся практически до 300 страниц, а финский 100 страниц, значит, это говорит о том, что мы, а, многословны, и, б, мы не всегда понимаем, что мы говорим, и третье, мы что-то лишнее, наверное, говорим и пытаемся убедить других, что это правильно. Поэтому почистить надо наши головы, и, наверное, будет лучше и понятнее те цели реализовывать, которые мы перед собой ставим. Так вот, рассматривая вот эти пилотные страны с пилотными законами, они, повторяю, все по количеству от 60 до 100 страниц. Очень четкие и простые. Не буду приводить пример шведского. Мне самому пришлось в нулевых годах сделать перевод на русский язык, именно шведский градостроительный закон с комментариями, поэтому довольно хорошо его знаю, работал со шведами. И вижу, что это, в принципе, вся идеология имеет одну и ту же базу, как в Дании, так и в Финляндии, так и в Швеции. И специфика состоит в том, что нету вот этого странного разделения градостроительства, вернее, у нас не сделано разделение строительства и градостроительства. У нас есть градостроительство, которое мягко переходит от планирования территории, то есть, собственно, публичной деятельности, в строительство зданий, которое, по сути, является коммерческой деятельностью. И у нас это все называется градостроительство. Сразу возникает путаница. На какой стадии, где, собственно, должна публичная власть отвечать за деятельность, а где, собственно, частный инвестор? Совершенно жестко это зафиксировано вот в скандинавском законодательстве. Там есть physical planning и construction. Все это абсолютно разные вещи. Поэтому градостроительство заканчивается на проекте планировки. Все. Дальше начинается бизнес. И, соответственно, у нас есть территориальное планирование, у нас есть функциональное зонирование и у нас есть планировка территории. Это разные вещи, Ледандин, а одни и те же вещи. И многие считают, что это три разные вещи. С точки зрения логики закона это одно и то же, потому что это все называется physical planning. Поэтому СТП, генплан, ВПТ это одно и то же, physical planning. И в этом вся логика преемственности этих документов между собой. Генплан у нас разрабатывает целиком на город. Но финны считают, что есть вопросы по какой-то новой территории, можно сделать на часть города генеральный план. Ничего страшного, добавить его в существующий. Регламенты у нас разрабатываются только в составе ПЗЗ. Финны говорят, ничего подобного. Регламенты могут разрабатываться и в генеральном плане укрупненно, а потом еще и в проекте планировки. Детально. И это правильный подход. Задумайся об этом. Ну и, соответственно, при всех этих выводах они говорят, извините, ПЗЗ это не ПЗЗ, ПЗЗ это проект планировки. Вот это парадокс, мы к нему придем в конце. Ну, не будем дальше детали, потому что у нас время ограничено. Попытаемся перейти к следующей специфике генплана. Что же, собственно, они решают как главную задачу? Опять же, цитата из кодекса. Главным предметом планирования генплана является пространственная структура сообщества. Вот эта фраза, пространственная структура сообщества, часто наших переводчиков вводит просто в шок. Во-первых, как перевести это сообщество, то есть комьюнити. Что такое community structure? Но когда мы начинаем расшифровывать
как это процитировано в кодексе, то становится понятно, что вообще это весь город со всей своей начинкой, как мы его и понимаем. Это есть структура сообщества. И вот эта специфика и вот это содержание структуры комьюнити и является определенным отличительным признаком вот той цивилизации, которую прошли развитые западные демократии, у которых было самоуправление еще со средневекового времени и последующее, когда именно местные коммуны решали судьбу и своей застройки, и своих функций, и своей инфраструктуры, и, собственно, представительная власть являлась действительно властью вот этой коммуны. Поэтому для них слово «комьюнити» автоматически означает и поселение, и город, и муниципалитет. Вот это очень интересная вещь. Я говорю, это комьюнити, а фактически комьюнити, то есть сообщество, не существует между физической пространственной формой, в которой они живут. Это определенный такой для нас интеллектуальный шок, но поверьте, это очень интересная вещь, когда мы скажем, что реально и идеально соединились. Вот они там соединились в этом понятии. Как управляется, в чем специфика управления развитием города, как структура власти отраслевая устроена? Чем она отличается, в принципе, от нашего подхода? Я бы сказал, очень много общего. Вот у них три блока, как вы видите на слайде. Но, с моей точки зрения, существенно, прежде всего, наверное, четыре вот эти позиции, которые я звездочками обозначил. Ну, то, что они делают документацию, дают разрешение на строительство, это понятно, контроль строительный, все замечательно. Прежде всего, департамент градостроительства осуществляет управление недвижимостью, планирует эту недвижимость. То есть одновременно при разработке документации сразу формируются участки недвижимости. Не участки застройки, как у нас это и выносится в кадастр затем, а участки недвижимости, которые будут принадлежать затем или собственникам, или сдаваться в аренду, или каким-то образом получать легитимность. Транспортная структура и транспортные вопросы решаются не транспортным департаментом, а департаментом градостроительства. Поскольку приоритет является человек с его пространством, а транспорт является подчиненной вещью. И поэтому они преобразуют всю транспортную инфраструктуру по габаритам с точки зрения движения человека, с точки зрения функционирования общественного транспорта, а не с точки зрения скорости пропуска транспортного потока. Это принципиальная философия, и поэтому этим занимаются урбанисты, ну, архитекторы в меньшей степени. Эксплуатация пространства. Главная составляющая, что департамент и вместе с ним строительные службы не заканчивают свою деятельность после введения объекта в эксплуатацию. Очень важно, как он функционирует, как он существует после этого. То есть вторая жизнь после ввода в эксплуатацию. И поэтому они отвечают за вот эту вторую жизнь. И, соответственно, производство жилого фонда. То есть не сбрасывание после, опять же, торгов на право застройки и предоставление это частному бизнесу, активно участвует сам город и сам департамент в реализации жилищной политики и жилищного строительства. И мы дальше увидим, как это происходит. Генеральный план. Следующий блок. В чем он специфика? Вот опять же цитата из кодекса. Генеральный план может быть составлен и утвержден таким образом, чтобы он не имел правовых последствий в отношении всей территории планирования или ее частей. Вдумайтесь, мы делаем какой-то документ, а он правовых последствий не имеет. Это что за нонсенс такой? Никаких нонсенсов нет, потому что генеральный план – это публичный документ власти. И власть руководствуется им с точки зрения интересов города и принимает решения в каждом частном случае, посоветовавшись с населением, как лучше развить этот генплан. То есть он не имеет прямых последствий на землепользователей и землевладельцев. Он является инструментом управления городом. И, собственно, для чиновников города он, естественно, является нормативным актом. Но юридических последствий для недвижимости он не имеет.
Процедура разработки генплана также отличается от нашего подхода. Почему? Генплан разрабатывается в две стадии. Это тоже принципиально практически для всех европейских стран. Вот последний генплан, который сейчас принят, фактически в конце 2016 года, он начал разрабатываться в 2012. В чем там основные этапы? Как они выглядят? Ну, естественно, первый этап – прогноз населения. Второй этап – разработка плана зонирования. После вот этого документа оценка влияния проектного решения на окружение и на, грубо говоря, жизнь города. Ну и, наконец, план реализации. Обращаю внимание, в состав генплана входит план реализации генплана. То, что когда-то было у нас в Градкодексе 2004 года, потом было изъято, и у нас уже реализуется генплан или схемами отраслевыми, в частности, инфраструктурными, или проектом планировки. Нет, в составе генплана есть план реализации. Что еще важно? Важно, что генплан внутри себя содержит стратегический план, это видение на 50-й год, и, собственно, генплан, который уже делался на 35-й год. Поэтому происходит два раза публичное слушание принципиальное. Когда формируется концепция и когда формируется техническое задание на работу, то есть тоже особенность. Техническое задание не просто рисует департамент архитектуры и получает, он формируется вместе с населением, со всеми заинтересованными, поскольку является фактически формировкой исходных данных для разработки документа. И затем последнее публичное слушание, когда уже разработан проект генплана, он доведен до сведений всего населения, он вывешен в городе, и дальше, естественно, проходит публичное слушание, в какой степени чаяния, желания, требования раздельных собственников, отдельных компаний, отдельных инвесторов, концепции города согласовывается с тем проектным решением, которое мы в конце получаем. Это принципиально, обращаю внимание. Мы имеем сегодня публичное слушание, когда проект сделан. И это все считают не самое важное публичное слушание. Самое важное, когда в начале проходит, когда формируется концепция, вы выходите с этой концепции, и вы вместе с населением заинтересованным собираете, вовлекаете их в соавторство над работой, и затем, естественно, вы более легко проходите второй этап, этап уже утверждения и согласования на вторых публичных слушаниях. Как же выглядят вот эти первичные публичные слушания при разработке генплана Хельсинки? Для этого специально издается такой фолиант, распространяется, и сейчас медиа, и вывешивается. Какие там вопросы? Очень простые. Вот обращаю внимание, 7 вопросов излагается. Почему Хельсинки нужен новый генплан? Простой вопрос. Зачем вы ввязываетесь в эту авантюру? И четко объясняет жителям любого заинтересованного, потому что Хельсинки растет, требуется жилье, структура более пространственно сбалансирована, бла-бла и так далее. Отлично, понятно. А в чем структура генплана, спрашиваю? А в том, что там делается видение города, там делается карта города и план реализации. Хорошо, понятно. А какие материалы должны быть учтены при разработке этого документа? Вот наша работа учтена, а вот та работа... Да, есть инвестиционные планы, такой закон, такой, и все это должно быть учтено. То есть это не просто из головы придуманная концепция. Какие вопросы изучаются и утверждаются в составе генплана? А значит, это не просто чертеж, это некое исследование, к которому прикладываются определенные отчеты вместе с генпланом. И это будет затем предъявлено. Что это не просто картинка, какую мы обычно видим, за ним следуют многотомные работы. А как оценится влияние проектных решений генплана на город? И в чем смысл этого влияния? Опять же, разъясняют всем жителям, в чем эта специфика. Вопрос, как само планирование происходит? Какой график? График вы видели до этого, он расписан по годам, по месяцам, и все могут знать, в какое время можно прийти и поучаствовать в этом процессе. И, наконец, как я могу поучаствовать в этом процессе разработки? Какая форма участия, как можно представить информацию и т.д. и т.п. То есть, вот с этого начинается работа
когда весь город бурлит, им интересно, как можно улучшить город, в котором я живу с самого начала. Ну, исследовательские работы, я говорил о том, что блок исследований является обязательным в составе этого документа. И здесь довольно стандартно, какие у нас структуры исследований. Я только обращу внимание на четвертый блок. Очень интересно, где необходимо делать экономическое обоснование стоимости строительства жилья, эффективности трудовых ресурсов, конкурентоспособности и продуктивности города в генеральном плане. Итак, переходим к иллюстрациям, собственно, самого документа. Вот основные три части: концепция 50-й год, основной документ до 30-го и программа реализации. И первая схема, которая уже начинает излагать эту концепцию, концепцию развития города до 50-го года. В чем эта концепция? Какие основные там категории используются? Очень простые. Красная – где центр? Что с ним будет происходить? Где основные сферы занятости и как они будут располагаться по отношению к центру? Где основные узлы логистики? Где пройдут основные транзитные коридоры и основные осевые коридоры? И куда будут развиваться отдельные функции? Все! То есть вот направление основных коридоров и узлов – это как бы первая заявка о том, по каким правилам будет жить этот сложный документ, который будет называться дальше там, функциональное зонирование города с регламентом и бла-бла-бла и так далее. Но люди должны понять вообще, в чем смысл развития. Но мало того, это развитие, это движение, это связи. А следующей моделью, которая тоже входит в состав генплана, Хельсинки показывает, а как же устроен сам город. Есть ли там какие-то закономерности, есть ли какой-то алгоритм построения внутреннего пространства. Опять же, выражен не в сложной, путанной нашей системе зонирования, которую ни один нормальный человек не понимает со стороны, кроме нас самих, а то и мы сами не понимаем. Просто надо изложить, в чем смысл устойчивой структуры города. И они говорят, вот в чем, смотрите. У нас есть демократическая структура, у нас есть полицентризм города, кроме главного центра, который имеет некую зону развития. Куда? Естественно, вглубь территории. Вы помните, что центр находится на окраине города. Естественно, по законам географии, геометрии, он должен стремиться в пространственный центр. Он и стремится. Он и стремится на север, пытаясь занять оптимальное положение по отношению ко всем территориям. Но мало того, мы развиваем полицентризм, это естественно. Причем развиваем еще полифункциональную структуру. Вот этими отдельными цветами они показывают, что здесь интегрируется коричневое жилье средней плотности, коричневое, темно-коричневое жилье высокой плотности, красное свой подцентр, фиолетовое это рабочие места и зеленое это зелень. Вот они говорят, это получается как бы мини-города. Хотя они в жизни вы не увидите, но концепция такая, где-то в этом месте предполагается смешивание функций. Дальше они говорят, вот эти зеленые пунктиры, это те самые зеленые коридоры, которые от воды, от прибрежной территории, как экологические коридоры, идут вверх вместе с городским центром. Но если внимательно посмотрите, увидите еще очень широкие зеленые полосы. Это следующий класс зеленых коридоров, клиньев, которые разрезают всю эту застройку и должны учитываться в этом генплане. И есть параллельные другие связи, вот эти зеленые и коричневые. А это основные транспортные связи, которые формируют, растягивают структуру по побережью и обеспечивают, собственно, устойчивую связь с регионом. А что это вот за осциллографа такая? А это две вещи. Вот та, которая ориентирована север-юг, восток-запад, говорит о том, что в этом направлении будут развиваться межрегиональные, международные связи. Это мы увидели в предыдущем. А вот этом направлении, юго-запад-северо-восток, будут развиваться внутриагломерационные связи по этим направлениям. Вот рассказ о городе с помощью
простого графического языка, который будет понятен каждому жителю. Он поймет устройство этого города, где дальше мы увидим очень сложные, непонятные схемы зонирования, которые уже больше землепользование регулируют, чем концепцию самого города. И поскольку мы говорим о Скандинавии, мы не можем не посмотреть на соседей. У соседей ситуация еще хуже с компактностью. Потому что вот на этом слайде вы видите генплан Стокгольма. Уродливый план вы даже нигде не найдете. То есть разбит, непонятно где центр, куда развивается, где эта компактность. Просто чудовище. Но тем не менее, мы имеем здесь полицентричную структуру, мы здесь имеем ядро, мы здесь имеем зеленые территории, и все это прекрасно дополняясь региональной структурой, формирует очень компактную, очень эффективную и транспортно обеспеченную вещь. Кстати, Хельсинки второй город после Лондона, который ввел ограничение платный въезд в центр. И при всем этом, всей этой уродливой форме, очень важно подчеркнуть, что именно центр города является главным игроком в развитии всей структуры города. И шведы, собственно, это подчеркивают анализом плотности застройки, это вот на этом слайде, и степени смешанности застройки на этой слайде. Собственно, в результате вот этих анализов сложных, пиксельных, они сформировали, как же выглядит каркас города, как формируются центры, по каким направлениям. Дальше надо связывать все это с агломерацией. Ну и естественно, по этому пути идет Стокгольм. Вот внизу вы видите несчастный генплан как сектор, а вот чуть выше вот этот сектор показан здесь. А вот это вот уже дополнено соседними городами, соседней агломерацией. Очень компактный, очень красивый город, который о правилах развития которого договорились соседи. Соседние районы, соседние муниципалитеты, соседние структуры. Естественно, город развивается вглубь, и поэтому есть радиусы. Об этом совершенно очевидно говорим. Но нужны поперечные связи, нужна кольца. Они есть, как мы видим, в Дании, есть в Стокгольме, есть в Москве, есть и в Хельсинки. Но есть определенное различие. Если мы опустим с учета вот эту полицентричность, которую мы уже прошли и согласились, что это очень важно, но обратим внимание на вот эти радиусы, вокруг которых показаны зоны влияния. И это два параллельных транспортных коридора. Вот представьте, у Москвы есть, у нас есть МКАД, у нас есть транспортное третье кольцо, и планировалось еще транспортное четвертое, которое не случилось, вместо него строим метрополитен. Финны хотели идти по тому же пути, по какому пошел Стокгольм и в свое время пошел Копенгаген. То есть формировать вот эти транспортные скоростные магистрали, как все строили в мире, и в Северной Америке, и в Европе. Но постепенно поняли, что не решается проблема только автомобилем. И они параллельно с автомобильными магистралями стали формировать легкий рельсовый транспорт, такой прообраз метрополитена. У них сформировались два коридора. Они отстоят друг от друга, но решают параллельно две разные задачи. Формируют зону урбанизации вокруг себя. И у них урбанизация садится именно на легкий рельсовый транспорт, а не на скоростной автомобильный. И вся эта картина в деталях районирования, формирования рабочих мест, формирования зеленых зон или зон развития вокруг транспортного каркаса очень простыми моделями изображается, для того, чтобы опять же каждый человек понял, ага, вот так устроен еще город, вот так у него то самое специализированное зонирование будет дальше реализовываться как инфраструктура или как вид застройки. Естественно, любой уважающий себя урбанист не может не решать проблему баланса между распределением населения и рабочих мест. Естественно, этим занимаются и финны. Слева распределение рабочих мест, причем в перспективе на 2050 год, и прогноз распределения населения уже
на тот же срок. И самое важное, мы видим, что акцент делается на зону компактного развития города. То есть от центра он развивается и насыщается все время, не выбрасывает на периферию массы, где вроде очень много земли и легко строить, не формирует новые Хельсинки за пределами города, а старается компактно, реорганизуя старые территории, все время формировать от центра за счет, прежде всего, реорганизации неэффективных территорий. И в конце концов, они получают генплан. В нашем понимании, вот это их основной чертеж, вот так он и выглядит, основной чертеж, и вся основная экспликация к нему справа, это фактически его утверждаемая часть. Вот таким большим плакатом это вывешивается, и все, что здесь написано справа, причем написано на финском и на шведском языке, является градостроительными регламентами, которые обязательно должны быть реализованы. То есть те регламенты, которые мы формируем в ПЗЗ, они их размещают в генеральном плане. Что это за регламенты? Они очень укрупненные, эти регламенты. Чего они касаются? Вот здесь я укрупненно отзумировал фрагмент генплана, и вот основные их требования. Первое требование касается системы общественных центров и какие функции там разрешается размещать. А то, что касается жилья, они выделяют 4 класса территорий. А1, А2, А3, А4. И дифференцируют их по плотности застройки. От той, которая свыше 1,8, то есть от 18 тысяч квадратных метров на гектар, но на участке, не в микрорайоне. И при этом говорят, что 60% всей этой застройки должна формироваться в виде городских блоков. Мы потом придем понимать, что такое блок в данном случае. Второй класс от единицы до двух. И тоже 60%. Ну и здесь цифры поменьше. То есть основные регламенты, которые мы по плотности застройки формируем в ПЗЗ, они очень спокойно размещают это в генеральном плане. И ничего страшного не происходит. Все следуют этим требованиям. Но что очень интересно, как выглядит чертеж функциональных зон? Меня он тоже удивил. Собственно, формирование этой презентации мне очень хорошо помогал департамент планирования города, градостроительный. И я объяснял, что это такое, почему вы не провели четко границу функциональной зоны. В данном случае это жилая смешанная застройка. Что это за пиксели такие у вас? Они объясняют очень просто. В данном случае вот этот генплан не утверждает границы функциональных зон, как у нас. Он утверждает принцип, что где-то в этой зоне будет находиться вот эта смешанная застройка. А вот на следующей стадии, в другом масштабе, не вот в этом масштабе 25-тысячном, а в 4-тысячном масштабе, мы точно проведем с учетом кадастра уже границы функциональной зоны. Что это дает? Генплану не перестают цепляться конкретные собственники. Что вот, а почему в этом месте прошла граница? И никто это не докажет, потому что никто точно не знает, как она будет пройти. То есть снимается масса ненужных вопросов. И решаются принципиальные вещи. Инфраструктура, регламенты, то есть порядок работы зонами, где размещается высокоплотное, где среднеплотное, где размещается структура и тому подобные вещи. Но есть одна часть, которая все-таки довольно четко прочерчивается. И что это за часть? Вот слева схема показывает те самые части, которые довольно аккуратно прочерчиваются, фиксируются на кадастровой карте, потому что это зоны, то, что мы называем куртами, зонами реорганизации застройки, зоны нового строительства, смены землепользователей. Вот в этих местах, где происходит смена функций и является, собственно, основным предметом генерального плана. Поэтому это четко очень фиксируется в кадастре, как отдельная схема генплана. А также подземная урбанизация. Более около 400 километров подземных тоннелей находится под Хельсинки, где проходят инженерные сети, транспортные, там размещаются концертные залы, плавательные бассейны, торговые центры, потому что Хельсинки основан на твердых скальных породах, и они, собственно, работают как бетон. С помощью проходческих щитов вырубают тоннели, и поэтому метро, метрополитен Хельсинки, метрополитен
Стокгольм, как вы знаете, он весь вырублен в скальных породах, и там не надо делать вот эти коруба, как у нас в мягком грунте. И поэтому подземная урбанизация – это второй город, который очень четко планируется и закрепляется в генеральном плане. Параллельно с этим идет разработка всех новых территорий. Генплан же не стоит, все территории, вся жизнь инвесторов не умирает. Предыдущим определили, какие территории должны развиваться, и нарабатывается документ. И вот уже на этом плане мы видим, какие жилые районы, новые образования, вмонтированные уже в застройку, вот этим алым цветом показано, сколько территорий нового развития в городе. Как мы видим, очень динамично и очень много формируется новой среды. Мы мягко переходим к теме комплексно устойчивого развития, то есть тех территорий, которые трансформируются в соответствии с генеральным планом. И здесь определенные правила игры четкие. Если ты землевладелец, и твою территорию покрыл генеральный план, и изменил вид землепользования, ты обязан, если ты согласен с общей стратегией, участвовать в финансировании реализации генерального плана. И это еще происходит до утверждения. Уже начинает формироваться договор согласия с землепользователями, землевладельцами о будущей реализации. И вот дальше второй раздел говорит об этом, что любой собственник должен нести сразу минимальный финансовый платеж в размере 700 тысяч евро на будущее развитие. А если там будет жилая застройка, до 1 000 000 евро, это в городе Хельсинки. Мало того, после того, когда подготовлена первая версия проекта планировки, землевладелец соглашается платить 50% прироста стоимости недвижимости. Понимаете, о чем речь идет? То есть, была какая-то территория коммунальная, допустим, с каким-то собственником, или там какая-то малоэтажная ветхая застройка. Разрабатывается проект, повышается стоимость недвижимости, инвестиционная. Естественно, собственник, и у него не забирают эту землю, он становится таким же собственником. Но извини, ты 50% отдай городу, а вторую 50% ты получишь сам. Все заинтересованы. Но это еще не все. Ко всем платежам дополнения землевладелец обязан передать все территории общего пользования, указанные в проекте планировки, которым он, ну или он, она владеет в городе бесплатно, вплоть до 50% площади земли. Опять же, то есть не экспроприация, но, извини, территории общего пользования нужны всем. Мы тебе их передали в свое время, ты их верни, потому что функция поменялась и их назначение тоже поменялось. И всем этим занимается департамент архитектуры или, как мы говорим, комитет архитектуры города. Управляет недвижимостью и планированием города одновременно. Таким образом, мы с вами столкнулись с примером реализации политики Курта комплексно устойчивого развития, который 373-м нашим федеральным законом был введен, из которым очень много вопросов, но вот его существование в финском опыте очень специфично и очень эффективно реализуется. Но если возникают конфликты с собственниками, и они блокируют интересы города, подключается министерство, которое представляет властям возможность экспроприации, ну, естественно, по там, рыночным ценам, по определенным ценам, определенных территорий для реализации или линейных объектов, или жилья, или любого другого муниципального строительства. Переходим к следующей теме. Ох, время летает с этим масштабом, крутилкой. Итак, будем очень быстро идти. Мы к 10 не успеем. Итак, мобильность. То, о чем мы говорили, новая политика мобильности. Парадокс в чем состоит? Постепенно с годами дальность поездок увеличивается. Но какая поездка? В основном при приоритете у финнов. Синим цветом здесь показана поездка рекреационная прежде всего. Это главное. То, что касается бизнеса, это красный цвет. То, что касается обслуживания, желтый. Значит, вопрос качества среды в городе, рекреационное качество, очень важная составляющая и потребности жителей этого города. Как развивалась УДС в соответствии с новой политикой?
Еще генплан 2002 года рисовал вот эти скоростные магистрали, эти хорды вокруг города, связывая его в пучок агломерации. Этим же занимался генплан Стокгольма 2010 года. Копенгаген еще в 60-м году споткнулся о этих скоростных магистралей, когда попытались через исторический центр города пропустить мост о скоростной магистрали. Тогда газета «Политикен» выступила с инициативой, и народ поднялся против строительства этой скоростной магистрали в 60-м году. Тогда, после войны, Копенгаген был довольно нищим городом, у них просто не было больших средств на реализацию этой, и все были, ну, наверное, несчастный город такой просто. Прошло 40 лет, все поняли, что Копенгаген счастливый город, что он не построил эти скоростные магистрали через исторический центр, и тем самым спас ту жемчужину ЮНЕСКО, которая сегодня является центром. Если вы посмотрите на вот эту карту, то увидите, что скоростные магистрали, вот этот темно-желтый цвет, идут, а потом бах, вдруг умирают. Идут и потом умирают. Идут, умирают. А вот эти скоростные, которые были здесь, они, в общем-то, не скоростные, а обычные городские. То есть вот в этой части компактного развития города нет этих желтых полосок. Значит, они преобразовались просто в городские улицы, городские магистрали в проспекты. И это сделал Копенгаген. Ну, а чем хуже финны? И они приходят к тому, что, ну извините, мы нарисовали в предыдущих работах вот сколько хайвеев. Но вот этим темным цветом эти хайвеи до 50-го года разберем. И они вводят вот ту самую концепцию бульваризации, где вы видите вот на этом слайде вот эти все пустые пространства, это охранные зоны скоростных магистралей. А вот здесь это все уже охранные зоны, плотненько обустроенной застройкой смешанной вдоль городских бульваров. И пример такого бульвара вы видите на этом слайде. А вот это проекты, которые... Вот это развязка скоростная, даже видны эти все съезды. И прямо в этой скоростной развязке плотненько формируется застройка. И, ну, скажем, наши транспортники очень не одобрили это. И вот так выглядит конечная картина бульваризации Хельсинки. Вот этим желтым цветом показаны все те магистрали скоростные, которые будут трансформированы в зеленые полосы транспортного общества, общественного транспорта и пешеходных движений. И не случайно символом Хельсинки является белка с кленовым листом, поскольку вот это единство с природой является одной из важнейших концепций мобильности. Ну и, собственно, картинка бульваров, которые они стремятся, представлены на вот этом слайде. Очень интересно формируется транспортный каркас, который, база которой является общественного транспорта, метрополитен. Одна линия метрополитена, которая с точки зрения нашей транспортной логики в городе менее миллиона неэффективна. Но с помощью легкого рельсового транспорта и вот таких хорд, они эффективно нагружают эту линию и выбрасывают, и связывают все потоки, то есть обеспечивают необходимую плотность во всем городе, тем самым создавая эффективную систему скоростного транспорта. И в этой работе по мобильности, как составляющая, собственно, генерального плана, они декларируют следующие вещи. Что будет развиваться система мобильности по требованию. То есть с помощью смарт-телефонов и мобильных сигналов вы можете в любую точку вызвать любой общественный транспорт и поехать в любую другую, которую вам заблагорассудится. И нужна эта жесткая сеть. Второе. Не должно быть потребности владеть собственным автомобилем. Это вот тоже такая идеология. И сегодня подтверждает это жители Хельсинки, что молодежь, собственно, и не покупает автомобили сегодня в этом городе. Что происходит? Происходит сжатие пространства ежедневной мобильности до пешеходного. То есть место работы, место проживания, поскольку там жилой фонд арендный, мобильный, вы всегда можете жить рядом с работой. На пешеходном удалении, на велосипедном удалении. А с другой стороны, происходит расширение экономического и культурного пространства, поскольку человек требует рекреации, познания новых мест,
посещение региональных и международных объектов, то есть расширяются скоростные связи. То есть политика, повторяю, с одной стороны сжатие жизни человека, а с другой стороны расширение. Но это происходит в разных временных интервалах. Ежедневное сжатие, эпизодическое расширение. Вот на этом строится концепция мобильности. И вот это расширение, собственно, показано вот на этом слайдинге, где Хельсинки стремится максимально интегрироваться в мировое пространство, формируя вот этот трансевропейский коридор под Финским заливом по направлению к Таллину. Такая же программа, как связи Франции и Великобритании. Ну, связь с Санкт-Петербургом уже существует, с Стокгольмом существует, а вот это стратегическое является важнейшей для того, чтобы как можно активнее внедриться в жизнь европейскую жизнь. Следующий блок, уникальный, очень важный, это жилищная политика. И вот на этом слайде показана оценка жителями Хельсинки качества жизни и качества жилья в городе. Как вы видите, при 10-бальной системе это 8,5. То есть, собственно, очень хорошие показатели, которые, собственно, наверное, не случайны. И мы поэтому должны посмотреть, как же устроена жилищная политика в этом городе, в этой стране. Главная его специфика не только в том, что размер домовладения 1-2 человека, то есть маленькие семьи, а дело в том, что 50%, 25 плюс 30, 55% идет арендное льготное жилье, то есть доступное жилье. И только 45% это коммерческая собственность, но тоже в аренде. И любой новый район, любой новый квартал формируется 50 на 50. 50% льготного арендного, 50% коммерческого. Вот правило. Такое же правило, собственно, существует и в Стокгольме, и в многих других городах. Где-то эта цифра имеется в виду льготного меньше, 40 или 30%, но обязательно. Вот это соотношение очень важно. Какой стандарт жилья? Стандарт квартиры однокомнатные на человека 44 метра, 44,4, и средний размер домовладения 1,9, то есть около 2 человек. Вот эти базовые цифры, от которых дальше рассчитываются все потребности социального арендного жилья. 2, 3, 4, 5 членов семьи, и, соответственно, растет количество комнат и площадь квартиры. Предпочтения. Интересно, сравнив предпочтения в Хельсинки и в России, выяснилось, что все хотят одного и того же. Темное – это желание жить в центре, а желтое – это желание жить в коттедже. И вот выясняется, что все хотят жить в центре, но лучше всего в коттедже. И выясняется, что это невозможно. Это то же самое, кстати, и в России. Поэтому строят многоквартирное жилье в центре, а на периферии строят все-таки коттеджи и низкоплотное жилье. Предпочтения по выбору места жительства такие же, как и у нас: расположение, природное окружение, сервисы, безопасность. Вот они доминируют при выборе места. Стоимость жилья и доходы – очень важный показатель всей жилищной политики. Средний доход работающих в Хельсинки – 3200 евро. Средний доход наиболее оплачиваемых семей – до 30 тысяч евро. Это, прежде всего, частный бизнес, это служащие. И, что интересно, аграрный сектор. Но, если мы посмотрим стоимости квадратного метра, то выясняется, что вот этой средней зарплаты среднего служащего не хватает для того, чтобы купить жилье вот в этом среднем поясе, только на периферии. Значит, дорогое жилье, значит, человек сам не может решить жилищную политику, а значит, здесь начинает помогать государство. И как оно помогает? Они говорят, средний класс имеет право на социальное жилье. И вот дальше вы видите ставки минимальных зарплат для того, чтобы получить право стать в очередь на социальное жилье. Я минимум должен иметь 3000 евро. И сегодня ежегодно выделяется до 3000 социальных квартир в Хельсинки, но при 15 тысяч заявок. Как видите, спрос огромный, но не всем дают только тем, кто нужен городу.
Вот это очень уже интересная вещь. Не просто вот он не имеет и не имеет, ну, это твои проблемы. Все-таки нам нужно определенного качества кадра, и в первую очередь получают тех, кто нуждается, и тот, кто имеет определенную квалификацию, то есть нужен городу. Как политика реализуется, жилищная, и кто ее реализует? Прежде всего, город участвует в строительстве вот этого социального жилья, поскольку город владеет, видите, сам город 60% земли, государство 14%. И доходность жилья, коммерческий при строительстве девелопера, очень четкая, не более 7%. Не 20, не 30, не 100, как у нас. Очень четко. 7% и ты будь счастлив, что этого получил. Кто этим занимается? Специальная команда города. Вот, да, все вот эти три компании, которые занимаются строительством и арендом социального жилья. Это аналог нашего ИЖК, который, к сожалению, такую концепцию и такую политику не реализует, а по-хорошему должен был. А вот на этом кадре вы видите социальное жилье Копенгагена, зеленым цветом показано. И доля этого жилья в структуре, как видите, тоже в каждом городе. Это очень значительный фонд, который, собственно, обеспечивает доступность жилья. А расходы, связанные с содержанием жилья и в какой степени это все доступно. Как вы видите, до 30% всех расходов идут на эксплуатацию и содержание жилья. Более подробно, сопоставив социальную аренду и коммерческую, можно получить очень интересный вывод, что если вы пытаетесь арендовать социально для себя однокомнатную квартиру при среднем доходе, разрешенном минимальным 3000 евро, у вас на эксплуатацию, на оплату жилья выйдет 42,7%. Очень большая цифра. А если вы коммерческую аренду с теми же показателями, это 62% ваших доходов. Если вы захотите купить собственность, вам понадобится 22 года при 40% откладывания на жилье. Цифры сумасшедшие. Это о чем говорит? Государство заинтересовано, чтобы продукция была качественная, чтобы доступность обеспечивала государство, и чтобы человек был заинтересован зарабатывать деньги. И для этого создаются все условия. Но не идет к тому, чтобы ухудшать качество жизни, ухудшать жилой фонд и снижать доход, грубо говоря, зарплаты. Вот этот баланс, он обеспечит... Вернее, оставшаяся часть после оплаты жилищных коммунальных услуг достаточно для того, чтобы человеку прожить более-менее в этом городе. При этом я обращаю внимание, что налоги, подоходный налог в Хельсинки, не Хельсинки, в Финляндии очень высокий. Вот эта цифра 3000 евро, вы должны будете отдать 35% подоходного налога. И это тоже определенная политика, он дифференцирован, кто больше зарабатывает, тот больше дает. И в этом кроется определенная тоже социальная справедливость. И в заключение мы переходим, собственно, к примерам жилищного строительства с показателями. Один из первых районов новой экспериментальной застройки, средняя низкоплодность с показателем 1,25. Хумпалахти, где было 50% социального жилья, 50% коммерческое. Вот это был проект, вот это реализация. Один к одному. А вот этот проект, к сожалению, проект, замысел и реализация не совпали. В чем не совпали? Идея так называемых укрупненных блоков застройки, вот это называется суперблок из четырех блоков, внедрили многоярусные паркинги. Ну, считаю, что в 90-е годы была активная автомобилизация, это понадобится. Справа вы видите реализованный вариант. Исчезли все паркинги. То есть выяснилось, что это не является существенным предметом политики. Спрос реализуется другим способом. И искусственно сегодня в городе снижается возможность парковать автомобили. То есть пользование автомобилем не является приоритетным. А что является приоритетным? Приоритетным являются сервисы. И вот один из районов, который строится сегодня,
так называемый умный город, где каждый день экономит один час жизни за счет эффективного сервиса. Вот девиз этого города. Так сформированы места приложения службы транспортной коммуникации, что вы целый час ежедневно экономите на вот этих коммуникациях. Слева видите проект в концепции, вот это фотография 3D, а вот это рекламный проект, который, собственно, и доказывает, что это все эффективно. Следующая особенность жилищной политики. Социальное жилье, коммерческое жилье, среднего класса, они интегрируются, они не разбрасываются по отдельным частям города, они все внутри единого квартала, единого микрорайона. Вот здесь разным цветом вы видите, вот это кирпичное, это коммерческое, вот это синее смешанное, это для жилье для молодежи, для студентов и жилье, которое может быть приватизировано. И, наконец, вот это коричневое, это социальное. Они все интегрированы в один комплекс. И вот так это выглядит. Если вы пройдете по этим кварталам, вы не найдете, что вот это низкого качества социальное, а вот это коммерческое. Они одинаковые совершенно по фасаду и по благоустройству. И что характерно, жители города вот на этом плакате вовлекаются в программу улучшения качества жилья. Конкретно вот здесь вы видите эту фотографию, где с помощью самих жителей даются предложения и по модернизации застройки, и по благоустройству, и по сервисам, и по функциям, и по многим другим составляющим. Мы приходим к последней части, проект планировки, и здесь что самое важное, то заявление, о котором я говорил, что для Хельсинки проект планировки это и есть ПЗЗ. Вот этот слайд показывает, что практически вся территория города покрыта проектом планировки, который формирует ту основную базу проекта плана землепользования и застройки. И он имеет также такую же структуру двухчастную, как и генплан, предварительная и окончательная концепция. И выглядит он так же, как и генплан. Один главный чертеж и экспликация, утверждая к нему на двух языках. Делается вот этот генплан, буквально сейчас рассматривается, вернее, этот проект планировки в 1000 масштабе, а вот этот в 500 масштабе недавно утвержден на транспортно-пересадочный узел. В этом проекте планировки, который располагается рядом с Морским заливом, чем характерен? Вот это все озеленение, которое и рядом, и внутри кварталом, является территорией общего пользования. Оно озеленено городом, и каждый имеет право войти в эти дворовые пространства. Вот это очень интересно. Как бы частная территория, но в принципе вы можете туда пройти. Каждый житель вот этого парка, он так благоустроен, что вы имеете право туда пройти. Что не характерно для других территорий, где четко говорится, что нет, это уже приватное. Вот так выглядит территория, куда вы можете прийти. Мы там, собственно, я ходил, смотрел, красиво зелененные дворы раскрытые. А вот это междворовые проезды, на которых, собственно, паркуются автомобили с вот этими столбиками, электрическими зарядными устройствами. И пример последнего проекта планировки, который делался в 4000 масштабе, укрупненно. Он очень похож на наш, где устанавливается, собственно, вид разрешенного использования, красные линии, предельные параметры плотности, эскиз застройки не являются утверждаемым. Но мы увидим дальше, что, в общем, довольно точно потом этот эскиз застройки реализовался в детальном проекте планировки. На этой стадии он разбивается на этап реализации, вот вы видите, черно показано. Но что интересно, я уже в самом начале говорил, что при этом каждый квартал в эскизе застройки фиксируется как индивидуальное произведение искусства. То есть дальше каждая архитектурная фирма получает этот квартал для разработки и делает его абсолютно уникально, не похоже на другой. Тем самым формируется многообразная среда, которая по функциональному наполнению, с точки зрения жилых и нежилых функций, реализует программу проекта планировки. И вот так выглядит уже этот, там был обобщенный проект планировки, а вот детальный план планировки, который уже тот был 4000 масштаб, а это в одном в масштабе 1000 нам делается. Вы видите, насколько детально прорабатывается здесь планировка и застройка. И плотность вот в этих блоках 25 тысяч на гектар довольно близко к нашим московским показателям. Но что характерно, всегда работает пара. Плотность застройки в блоке
где отсутствует территория общего пользования, и плотность микрорайона, то есть территория общего пользования, или микрорайона, или квартала. И вот, собственно, отношение двух этих величин и является показателем качества и комфорта среды жилья. Ну, а вот так выглядит эта территория, такие типологические, морфологические виды застройки, площади, улицы, дворовые пространства. А вот это уже укрупнено, вы видите, сам чертеж. Или если мы прозумируем более крупно, то увидим, что за регламенты там устанавливают. Это очень интересно, пока мы это не реализуем. Но кроме того, что линия застройки одновременно в данном случае является и границей межевания участка, то есть одновременно формируется сразу недвижимость, а не только стройплощадка. Формируются конкретно участки каждого дома как объекта недвижимости. Фиксируется этажность и регулируется силуэт застройки. Регулируется доля жилого фонда и фонда нежилого, который формируется в первых этажах. Регулируется защита от шума по магистральным улицам до 32 дБ. И регулируется открытие фасада, витражи стеклянные, которые открываются на зеленую часть. И масса других показателей. И сразу данный блок получает кадастровый номер. То есть в проекте мы сразу, повторяю, формируем смежеванием будущий объект недвижимости. То, пока чего у нас, к сожалению, нету. Мы готовим проект для строительства, а потом, значит, у нас вроде как бы потихоньку мы будем формировать кадастр. Вот так в этом проекте выглядит проработка пластики и застройки. Вот это Google сверху, видите, он довольно близок в реализации. Естественно, в этом проекте прорабатывается концепция защиты от шума, моделирования, концепция защиты от загрязнения, моделирование ветрозащиты, снижение продувания, поскольку там, естественно, проблема ветров есть. Очень жесткий стандарт парковочный. Одно парковочное место, 125, это значит на две квартиры одно парковочное место. Вот стандарт современный в Хельсинки. Ну, а на другие виды функций, я уже не говорю, там все меньше и меньше этот стандарт. Интеграция бизнеса в первый этаж тоже в проекте сразу показывается, где должны быть эти функции, какая их доля. То, о чем я рассказывал, как пилотный проект в Стокгольме уже полностью реализуется во всех районах жилых Хельсинки, это компрессионно-трубопроводная система удаления ТБО. Вот такие стоят тумбы с электронным ключом индивидуальным. Вы открываете и туда раздельный мусор опускаете. Он по трубопроводом, под давлением попадает в баки и уходит. То есть вы не видите здесь никаких машин курсирующих, никакого запаха. И, естественно, дальше это все идет на переработку и экономически как бы приносит прибыль и району, и жителям, которые это все удаляют. Так называемый инклюзивный дизайн прорабатывается с озеленением. Обязательно в составе проекта планировки циркуляция пожарных машин, их размещение на территории квартала и блока. Естественно, визуализация, как это у нас принято. Обязательно ТЭПы даются. И межевание. Межевание, которое было заложено у вас в проекте, точно так же переходит в кадастровый план, в тот финреестр, в котором те границы, которые вы установили, конечно, потом геодезисты уже точно в 500-м масштабе выставили, но они похожи на эти границы. И повторяю, это является не границами стройплощадки, как у нас, а границами недвижимости, которая закрепляется или за целым кварталом, или за конкретным домом. И одна важная особенность, которая опять в нашей практике отсутствует, частные улицы. Вот эти улицы, которые белым цветом здесь выделили, это частные улицы, которые город передал жителям этих районов, они ими пользуются, за ними следят, и, собственно, в данном случае это приватные улицы. Хотя можно по ним пройти, но только, как говорится, не вредить этому пространству. А вот эти зеленые улицы – это общего пользования пространства. За ней ухаживает только город. И вот это очень важная вещь, что как только новый район ввелся где-то в Хельсинки, там четко сразу разделение, на чем балансе находится дворовое пространство, придомовое, улицы и так далее. Все это разделяется. Нет такого абстрактного растекающегося пространства, как мы после ввода застройки имеем. И здесь вы видите два примера, когда при межевании мы выделяем двор с участком, и когда мы выделяем двор совместного пользования, а дома формируются по отмостке. Вот как выглядит
план межевания в одном случае с арендой и с приватизацией, с дворовым пространством, как это мы обычно приняли, принимаем и видим у нас. Ну и в заключение, вся эта система обязательно работает через ИСГД, онлайн-режим. Любой житель может запросить любые данные по городу. Собственно, ИСГД есть и у нас, и в Москве, и в многих городах. Разница в том, что здесь все данные открытые. Кто, какие данные представлены, все кадастровые данные, все Google по разным годам, отслеживание лазерной застройки для контроля и, собственно, для изучения. То есть для, при разработке документации вы сразу через СГД имеете полный комплект фактически исходных данных для того, чтобы дальше разработать документацию. Не ходите по конторам и собирайте на бумажках какую-то информацию. Вот, собственно, Россия тоже потихонечку к этому идет, но так не у всех это активно получается. Но, тем не менее, при таком идеальном СГД, я напоминаю, город проводит конкурс на дальнейшее совершенствование этой системы. Предложение можете давать и получите даже, может быть, какой-то приз. И в заключение вот два тезиса. В чем создание идеального города Хельсинки? Вопрос нашей лекции. Ответ очень тоже ясный. В скандинавском умении достигать общественное согласие плюс тот профессионализм, который реализуется на всех стадиях территориального градостроительного планирования. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну и то тесно. Можно было прерывать, потому что лекция действительно содержательная. Если у вас еще возникли какие-то вопросы, то вы можете задать лектору после, если он не против, и пересмотреть лекцию, соответственно, на сайте Института генплана и библиотеки Достоевского. И ждем вас в следующую среду на лекции. И хотелось бы, чтобы в следующую среду у нас компьютер работал, да? Не фрагментарно, очень много, да? Мы справились, в общем, со всеми техническими трудностями в процессе. Ну, почти, да. Да, и, собственно, североамериканский мы увидим, как он решает проблемы идеальности, что удается, что нет, и почему мы пошли по пути смешивания североамериканского опыта и европейского, и какие неудачи в этом мы потерпели. Спасибо за внимание. Вопросы или пожалуйста. Вы упомянули стратегию 50-летнюю, вот эту, внутри генплана она, да? Да. Как обосновывающий материал. Да, она как-то корреспондируется с нашими вот стратегиями социально-экономического развития. О чем эта стратегия? И как она в генплане отражается? Наша стратегия называется социально-экономическая, да, правильно? Да. А у них пространственное развитие. А, у нас совсем есть, другая, да, у нас пространство развито только Российской Федерации по закону делать. На городах мы не делаем пространственное. Но, я думаю, что... На муниципалитете мы делаем. Есть такой документ. А социально-экономического. Да, социально. Я повторю, это пространство развития. То есть, ну вы же видели, да, что в составе пространства развития существует социально-экономический блок. Да, да, да. Вот в чем дело. То есть они соединили социально-экономическое стратегию с пространством, не разделяя. Угу. Тем самым говорят. То есть отдельно наши... нет. Нет, отдельно потому нет, что, понимаете, формируя образ общества, я его должен синхронизировать со средой физической.